Принимая резолюцию, которая несколько десятилетий не могла дойти до голосования в Палате представителей, американские конгрессмены были почти единодушны. 405 за, 11 против. The resolution is adopted. Документ, который не только признает факт геноцида, но и осуждает его, поддержали 49 из 50 штатов. Один из инициаторов резолюции, демократ Адам Шиф, представитель штата Калифорния, где проживает самая многочисленная армянская диаспора, выступая после голосования и говоря о том, что лоббировал этот документ почти 20 лет, чуть не заплакал. Османская империя совершила это преступление против армян, но их кампания по истреблению провалилась. Мы никогда не забудем... И мы не будем молчать. Адама Шифа в Армении давно считают другом. Он всегда выступал за расширение помощи США Еревану и даже заявлял, что Армения должна стать Силиконовой долиной на Кавказе. А несколько лет назад, говоря в Палате представителей все о том же геноциде, даже перешел на армянский язык. Османян, Гай, Срутян, Дарадскин, Дасняг, Хазараворне, Чарт, Верцан. Именно из-за событий 2015 года между Арменией и Турцией до сих пор не установлены дипломатические отношения. Тогда, по данным ряда историков, были убиты более 1,5 миллионов армян. Ереван добивается от Анкары признания факта геноцида, но Турция эту крайне болезненную для себя тему отвергает, заявляя, тогда шла война и потери были с обеих сторон. Тем не менее, геноцид армян признан 23 странами и Европарламентом. Позиция США в этом вопросе традиционно определялась геополитикой. Вашингтон не был готов идти на конфликт с Турцией, ключевым партнером по НАТО. Но сейчас в отношениях стран не лучшие времена. И сегодняшнее решение Палаты представителей может испортить их еще больше. Так отреагировали в администрации Эрдогана. Сам турецкий президент пообещал не оставить жест Вашингтона без ответа. Резолюция Палаты представителей США по армянскому геноциду не имеет никакой ценности для нас. Анкара не признает этот документ. Турецкий парламент примет ответные меры на этот шаг США. Турция не будет выдавать штатам преступников по их запросу, пока они не выдадут нам исламского проповедника Гюлена. В турецком МИДе назвали принятие резолюции позором, тем более, что вместе с ней американцы приняли пакет санкций против Турции за операцию в Сирии и покупку российских С-400. Ну а с армянской стороны ожидаемо ничего, кроме благодарности. Премьер страны Никол Пашинян написал: «Смелый шаг на пути к служению правде и исторической справедливости». Светлана Шишкова, НТВ.